Добрый день, мы с вами находимся на территории Северского района Краснодарского края на поле сои, которое было обработано Крузер Макс технологией и нашей новинкой, нашим новым инокулянтом Атуа. Сегодня мы пообщаемся и обсудим, как шли дела у Александра Николаенко. Александр Николаенко – это глава КФХ Николаенко, который, собственно, и попробует нашу новую технологию. Александр, здравствуйте. Добрый день. С какими трудностями вы столкнулись в этом году? Были ли какие-то особенности при севе сои? Ну, в этом году из-за обильных осадков у нас очень поздний сев был. Мы в начале июня зашли. Потом также уже, когда соя взошла, опять начались дожди. В воде стояла, ну, стресс был небольшой у нее. В этом году у нас главная проблема – это осадки. У нас здесь тяжелые почвы, вода уходит медленно. Из-за этого были главные трудности. Александр, что вам понравилось как руководителю КФХ в Крузер Макс технологии и на Кулянте Атуа по этому сезону? Ну, сходы были очень хорошие, и то есть сразу быстро взошла, и цвет был хороший с самого старта. Вот она взошла, зелененькая была, корневая также очень хорошо была развита с самих сходов. Мы начали следить за ней. Клубеньки начали сразу появляться. Такое первый раз я встретил, чтобы на всходе, ну то есть на ранних стадиях, на ранних фазах уже были клубеньки. И в течение всей вегетации цвет очень темный был, хороший, то есть видно, что азота хватало, и клубеньки очень развитые. Сейчас вот, ну, уже бобы почти завязались все, то есть мы видим, что отлично. Ну, мне очень нравится, как бобы выглядят сейчас. Вот и клубеньков тоже мы видим, что тут очень много. Отлично, будем ждать результатов. Угу. Да, надеемся на высокий урожай в этом году. Спасибо.